Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в приманочку на серии район ролеплей. Итак, чуваки, я вам напомню, что я что ушел с поста основателя. Не знаю, сейчас всем Лёва занимается, не знаю, вернусь или нет, но не знаю, пишите в комментариях. Наш любимый старый район, здесь прошло обновление, пацаны, глобальное обновление, его делали на протяжении месяца, в принципе, и вроде бы все нормально. Поэтому мы сегодня его посмотрим, я уже смотрел, в принципе, но и готов вам показать. Здесь такого же спавна есть метро прикольное. Вот такое вот прям метро закрытое, очень круто выглядит. Я сразу на него обратил внимание, когда увидел. И мне оно понравилось, в принципе, мне оно понравилось. Так, давайте чувака накажем. Да, у меня админка здесь есть, в принципе, самая большая, но все же. Так, INS23, езда по полям. Приятные игры напишем. Я, в принципе, все помню. Езда по полям. Все правила я знаю, все я помню. Видите, младший администратор не может садить. И, смотрите, админы есть, как бы. Но все в АФК. Не, не все в АФК, вот Александр есть. Но это младший админ, и вон админ другой нихуя не делает. В принципе, вот спаун как поменялся. Как по мне, он стал лучше, намного лучше стал спаун именно сам по себе. Очень круто. Здесь были все бизнесы по ГОСТу, дома, поэтому... Хотя, видите, они здесь тоже по ГОСТу все практически. Онлайн сейчас маленький, потому что... Еще рано, сейчас час дня, все в школе, все еще. Но так здесь стабильный онлайн не видел, там 70-100. Так что все нормально. Давайте, я думаю, отправимся в автосалон, хотя давайте нет скины, в первую очередь посмотрим, какие новые добавили. Я, конечно же, свой скин не буду менять, потому что мне он очень нравится. Я его менять не собираюсь, как бы, мне он по кайфу. Так, вот, заходим, давайте посмотрим новые скины, какие добавили в модпаке. Да и вообще, обновление было такое хорошее. Сразу сервер был, там, 150 человек сразу зашло на сервер, просто все ждали обнову прям. Не знаю, я хоть и ушел как бы с поста основателя, но ничего плохого о сервере сказать не могу. Там обосрать его и так далее. Ух ты, какой скинчанский, блин, нормально. О-о-о-о, чувствую, ё-моё, вот это нормально. Блин, красавчики, модпака мы не видите, тоже занялись довольно-таки хорошо. Много новых скинов, да практически все скины новые. Это же обычные скины пошли, стандартные. Вот этого скина не было, вот этого не было. Человек, вот это, блядь, скин вообще, я просто не понимаю, блядь. Это пиздец, реально. Я не первый раз уже вижу эту скину, это пиздец. По белой куда чувак. Так. Ну, скинов, видите, много. Вот это, конечно, меня убил жестко, когда я увидел. Вот такие вот скины. Нормально, чё, мне нравится. Да, много скинов новых, кстати. Много-много. Реально много. Я думаю, сами это видите, в принципе, что скины обновились и довольно-таки неплохо обновились. Так, плавно перемещаемся, короче, в автосалон. Давайте зайдем. Посмотрим. Что у нас здесь есть из машин. Так, перейти. Так, круза. Кстати, новый интерфейс очень прикольный. Там, и когда заехаетесь, и когда заходите в игру, очень круто. Так, INS-23-40. Ускорбление администрации. Ой. Сейчас, мут надо дать ему. Мут. Во, все. Заебись. Так, идем дальше. Так, рюкзак у нас BMW M6, Renault, Mitsubishi Lancer, Rolls-Royce, кстати, ну, в белом, смотрите, как он выглядит, нормально. Так, Nissan, ну, сейчас будем какие-то нормальные, M2, двоечка есть, пацаны, двоечка. У нас здесь тут есть двоечка, оказывается. Да мне посрать, если этот даун нихуя не понимает, именно даун.
Если у вас есть к нему претензии, напишите жалобу. Жалобу на форум. Все. Попутно буду извиняться, буду отвлекаться, просто помогать админам, потому что младшие админы ничего, по сути, делать не могут. Они не могут ни садить, ни хера. Так, вот, и 600-й, короче, у нас есть. Потом буханочка. О, блин, жучок. Volkswagen жук, блин, это круто. BMW F10, не знаю, как машина называется, какой-то muscle car. А, Dodge это, походу. Subaru VRX, Москвич, Газель есть. Как он, Ланос. Subaru BRZ, ой, точнее, Toyota BRZ, или как он там называется. Идем дальше. Mercedes вот такой вот, симпатичный. Мопаком, видите, они тоже хорошо занялись, не только обновой. Волжаночка, так, здрасте. Я вообще Волжанку купил, кстати, бы. СВА, у которого цвет меняется, походу, да? Да, у него двойной цвет, походу, или нет? Да, у него двойной цвет, кстати, у СВА этого. Что прикольно, BMW, десяточка. Porsche Spyder, по-моему, если я не ошибаюсь. Volkswagen, Tahoe, Hyundai Civic. Или Honda Civic, я не помню. BMW 8, Gelich. Так, УАЗик, Mercedes, Lamborghini, Hummer, Supra. Пятнашка вроде бы. Ух ты, блин, какая. Ух ты, ёпта. Ну, видите, машин довольно-таки много. Довольно-таки много машин. Так, мотоцикл. Античит надо им подкорректировать, потому что он реагирует на всякую хуйню просто. Видите, я листаю машину, он пишет, типа, я читер. Volkswagen GT, Land Cruiser, BH7, Ford Mustang. Так, это стандартно. О, DeLorean. Вот это круто, реально. DeLorean это круто. Так, ну и походу все, да, больше ничего такого нету. Priora. Так, Suzuki. Hyundai, Honda. Вот эта тачка прикольная, кстати. Давайте ее и возьмем, наверное. Шкода. Блин, а сколько у них машин? Видите, сколько много тачек у них просто. Это жесть в автосалоне. Что, блин? Так, стоп. Мой мир не будет прежним. Так, стоп. Сейчас мы досмотрим модпак. Видели этот грузовик просто? Так, Volkswagen этот прикольный. Polo, по-моему, или это не Polo, я не помню. Lamborghini, крузак обратно, все. Все, блин, берем этот грузовик, пацаны. Я не знаю, что это такое, но я хочу его купить. Я хочу его купить. Мне похер, я хочу его купить. Так, где он? Вот он. Насрать, беру. Беру. Да. А, в сути, уже есть автомобиль. Блин, надо сейчас что-то продать, короче. Sell car. Fix car. Это что у нас? А, это Mercedes мой. Так, давайте вот эту тачку заспавним. И sell car. Да, продаем. Все, погнали, я куплю этот грузовик. Мне он что-то очень понравился, реально. Угодненький такой грузовичок. Я такого еще не видел. Я хочу посмотреть. Я хочу реально это глянуть. Потому что я в своей жизни еще такого не видел. Так, давай. Где этот грузовик? Именно вот он. Все, беру. Второй слот, давай. Покупка VIP. Чего он ищет? Это VIP-ку покупать надо еще. Где она тут? VIP-ка. Просто VIP-ка нужна. Так, покупка привилегий. Вот, VIP-ка. Не то, стоп. Покупка... Блядь, это не то. Игровых привилегий. VIP-статус. Во, все. Беру. Давай. Все, спасибо. Так, я купил, пацаны, я его купил. Я хочу глянуть теперь, что это за чудо просто. Ёшкин матрёшкин, пацаны. Я, походу, влюбился, да? Так, как ты там? Ё-моё! Ядрить-мадрить просто. А его можно чипануть в ТП? Так, ТП, важные места. Мэрия.
А, мы лишь поменяли, блин. А вон тюнинг есть, все, 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 поехали. Поехали в тюнинг, блять. Если сейчас чипы сюда еще можно поставить, я просто влюблюсь в эту машину. Это просто пушка, гонка, блин, не знаю, как еще сказать. Это просто топ. А, гаражи все купили, да похуй. Так, СТО. Цвет, ну цвет тут нельзя менять, скорее всего. Гидравлику можно поставить, да? Нет, отмена, я хочу гидравлику убрать. Я хочу убрать гидравлику, А винилы есть на него? Не, нету. Улучшение двигателя. Ладно, пробуем купить улучшение двигателя. Стейдж 1, а можно что-то... А, во. Стейдж 3, пожалуйста, спасибо. Так, что-то я тут намудрил, пацаны. Что-то не то. Вот я дебил, короче. Ну, это баг, походу, с моделькой, что нельзя гидравлику ставить. Сейчас я куплю еще раз, и мы поставим без гидравлики. Так, вот я купил еще один, короче. Блин, хорошо, когда админка есть. Ну, я и, блин, не знаю, пацаны, пишите, снимать мне здесь или нет. Я буду снимать просто админские, может, будни, покатухи. Ну, блядь, этот монстр просто... за него лайк, реально. Вот вы когда-то видели такого зверя просто? Я не видел. Да я думаю, никто не видел такого зверя просто. Реально, я такую модель вижу первый раз. Модпакеру привет и респект, реально, за эту модельку. Сейчас мы еще и бустанем, пацаны, и она просто будет самая крутая тачка на районе, реально. Сейчас просто бустанем ее, я не буду ставить гидравлику, потому что она ей противопоказана, этой машине. Но, блин, как же она сейчас валить будет, я думаю. Надеюсь, да. Аккуратненько, блин. Это просто... Академик реально просто отдыхает в сторонке. Ну, серьезно. Так, нам нужно поставить самое крутое нитро, во-первых. Так, я его купил, да. Потом, диски, я думаю, не будем ставить. Хотя, почему не будем? Будем. Почему бы и нет, ебать. Вот, саны, блядь, ёпады. Вот это мясо, я понимаю. Так, стоп, это что у нас? Блин, я как, нельзя повернуть. Что-то мне первые вот эти колеса понравились. Не знаю, что это за колеса, но... Так, давайте в конец полистаем. 10-й варик, это что у нас такое? Мне можно такие поставить. Ну, что-то мне первый вариант больше всего понравился. Так, берем. Так, винил, ремонт, улучшение двигателя. Так, стейдж 3 берем. Все, купил. 7 лямов стоит. Так, похер вообще. Ядришкин матрешкин, пацаны, просто. Вот это, значит, будет валить. Переключатель. Стейдж 3 давай, ебать, сразу. Сходу просто. Что, я ограничитель включил? Что она не едет? Алло. Алло, грузовик. Ты можешь в Стейдж 3 поехать? А можно что-то, Может, ее надо переспавнить? Только что Порш поехал с охуенным винилом. Ничего необычного, да, пацаны? Обычная ситуация. Финткар. А, вон он стоит. Наш ЗВР. Бля, ну почему-то Стейдж 2 не работает, и Стейдж 3 на нем. Реально просто Академик, пацан, отдыхает. Ну, почему она не валит, блин? Она не хочет ехать. Я ей включаю Stage 3, она не хочет ехать. Походу, на ней она не работает. Обидно. Реально обидно. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не подписан. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know.